недели есть 5 складов, которые необходимо посетить. Первое – это мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Второе – это сделать зиарат самого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Потом сделать зиарат на кладбище Ан-Бакии и сделать зиарат на кладбище шахидов, то есть это возле горы Ухуд. Ну и посетить мечеть Куба. Вот мы сейчас с вами находимся на кладбище Ан-Бакии. Здесь похоронены лучшие из людей, сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его родственники. Обратите внимание, какие могилы, все одинаковые. Здесь есть отличительная черта, вот если один камень, похоронен мужчина. Если два камня, вот видите, да, похоронена женщина, и все. Никаких надгробий, никаких надписей нету. Здесь захоронены лучшие из людей. Смотрите, да? А мы как хороним своих родственников, субханаллах. Вот это нам сигнал, чтобы задуматься. Вот там в тавике похороны идут. Джаназа на Масру, мечети сейчас хоронят. Салах, смеются над людьми, надо бедать здесь могил. Вот так вот здесь накапывают могилы и мягко закладывают кирпичами. Каждые 2-3 месяца меняется. Опять раскапывается и заново похоронение. Маленькие могилы, дети принадлежат, очень много детей умирают. Каждый день, кстати, на Запад дети. Ну, город не велик, конечно, но все равно очень многие умирают, субханаллах. Все равно смеются всеми. Мечта каждого мусульманина, после того, как он мечтает о том, что он был из числа обитателей рая, оказаться похоронен на этом кладбище. Объясняю почему. Потому что после воскрешения, иншааллах, мы воскреснем рядом с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям, и рядом с лучшими из людей. И это милость Аллаха по отношению к своим рабам, которые похоронены именно вот на этом кладбище. Если Аллах субхана ва тааля сделает нас из всех из числа обитателей этого кладбища. Аминь, я вам говорю, аминь.